Ежегодно сотни выпускников сталкиваются с проблемой трудоустройства по специальности. Одни работодатели не хотят брать на работу человека без стажа, другие недовольны подготовкой молодого специалиста. Решение этой проблемы искали в Полоцком госуниверситете в рамках диалоговой площадки «Современная компетенция молодого специалиста». Основная цель университета сегодня – подготовить востребованные на рынке труда кадры. В нынешних реалиях начинающий специалист должен обладать не только узкими профессиональными навыками, а также знать иностранный язык, обладать IT-навыками и не только. Проблемы, конечно, есть разного характера и планов, наверное, в зависимости, опять же, от и специальностей. Но главная проблема – то, что существует на сегодняшний день дисбаланс между ожиданиями работодателя и тем, что на самом деле обладает выпускник. Недостаточно для всех студентов, так как они выпускники высших учебных заведений, они должны приходить к нам на работу как специалисты. Но в связи с тем, что мы их принимаем как рабочих, они к нам приходят без наличия рабочей профессии. И им приходится заново осваивать рабочую профессию, несмотря на то, что они уже имеют высшее образование по тому направлению деятельности, по которому они трудоустраиваются. Эти и другие проблемы были озвучены в ходе диалоговой площадки. Эксперты и спикеры пришли к единому мнению – обучение должно быть практикоориентированным, не ограничиваясь производственными базами вузов. Чем больше времени будущий молодой специалист проведет на производстве во время отработки практик, тем больше шансов трудоустроиться по выбранной специальности.